Приехали мы в Латвию, отыграли две игры в пяти минутке. Практически такая же игра была, только в конце мы попали. Две трешки выиграли в пяти минутке у Елгавы, да. И вторую игру выиграли. И у Нагаса сейчас приехали. Тоже напряженная игра была, выиграли. Ну, в принципе, как бы разогнались, думали, сейчас и с вами. Ну, игра, в принципе, мне понравилась. Отдача у людей хорошая была. У нас вот на просмотре появился Струпович, второй номер, латыш. В принципе, вот в той позиции, которую в тот раз мы не брали, в которой позиции не хватало у нас игрока, он появился и, в принципе, стало гораздо легче играть. И если мы еще одним игроком усилимся, то мы уже сможем даже соперничать с сильными командами. Было минус 16 очков, потом что случилось? Как? Что сказали? Да, дело в том, что видите, в чем дело, на нас никто не давит. Как бы на собрании сказал так, что ребята, играйте на выигрыш, естественно, но результат, как сыграем, так сыграем. То есть эти игры для нас это становление команды, подготовка к внутреннему чемпионату и подготовка к финальным играм в ББЛ. Rungtynės buvo labai permainingos, po sužaisto, sakyčiau, neblogo pirmo kėlinio, antram kėliniui sekė toks jau žaidimo įsibalansavimas. Trečiam kėliniui kritom dar į didesnę duobę, nors rūbiniai akcentavom, kad turim išėję, susikaupę lygiai taip pat kaip pirmą kėlinį, kuris, ta prasme, kad trečias kėlinis yra labai svarbus rungtynių eigai. Na, ketvirtam kėlinį atradom jėgų iš tikrųjų ir įveikėm gan stiprų, sakyčiau, priešininką. Iškovojom pergalę. Na, iš tikrųjų, pabaigsim dabar pirmą ratą LKL iki naujų metų su šita sudėtim, kokia esam, o po to svarstysim jau, nes ta mūsų sudėtis iš tikrųjų kinta ir aš sakyčiau, kad tokio nesubalansuoto žaidimo pasiekmė tame ir yra, kad tie žaidėjai nuolatos yra, kaip pasakyti, keičiami, ieškama jam pozicija, tai aš manau, kad mums reiks apsispręsti su sudėtim galutinai tada ir tada jau šlifuot žaidimą. O dėl pirmo numerio, tai sakau, dar neaišku. Reiktų gal vidurio polėjai daugiau mums stiprintis po krepšiais.